Нашла. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Нам тяжело вышел. В ногах у него что-то. Тонкая копия вышла и выносит с собой, что там было. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Павла в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Павла поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Павла, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит. Хорошо, Вера, посмотри, что у него там висит, что там мешает. Конструкция или что там? У него на ногах что-то тяжелое, с двух сторон, как железное. Хорошо, Влад, разрежь это лазером. Отключи. Это как такие железные, типа ботинки или что-то. Хорошо, я даю команду. Сила моего намерения, эти ботинки отключаются полностью, выходят из его биополя и отправляются в клетку-тюрьму. Готово. Еще в руке что-то он держит. И то, что у него в руке, отправляется в клетку-тюрьму. Павел, вы знаете, откуда эти вещи появились? Он говорит, не знаю, но я их разгадал. В плане? В плане почувствовал. А, прочувствовал. Хорошо. А мы... Тогда это все будем убирать. И посмотри, что он там в руках держал, в руке держал. Что это у него было, что там в клетке сейчас появилось рядом с ботинками? Значит, у него как такой шлем, который закрывал его голову, но не рядом с ботинками. Там два разных хозяина этих артефактов. Понятно, ботинки и шлем. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Павла, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Павла, находит все. На него сразу бес подпрыгнул. Не бес, он демон. К этим ботинкам 11-герцовый. Был он бесом, вырос в нем. Понятно, хорошо. 9-уровневым бесом он пришел. Не понял? Он вышел, уровень 9-герцовым. Он был? Бесом пришел и в нем вырос до 11-герцового демона. Нормально, хорошо. Дальше. Что какие-то звуки такие издает. Кто? Демон? Да. Суккуб есть. Никто не притянулся, Вера? Нет, суккуб только проявился, но... И все. В общем, демон с ним синхронизирован очень сильно, поэтому его как отделили. Сейчас ему трудно. Кому трудно? Павлу или демону? Демону. Это хорошо, что демону трудно. Для этого мы здесь и находимся, демон. У нас что, 2 канала всего? Нет, я начала снизу. А, хорошо. Демон, суккуб, арахноид. Кого-то не хватает. Сейчас, подожди, дракон есть. Синий, да? Синий дракон. И шлем чей. И ящер у него. Отлично, вот. Ящер. Хорошо, итак, Вера, я повторю. Демон 11-ти. Герцовый суккуб, арахноид, синий дракон и ящер, правильно? Да. Считай, пожалуйста, цифру синего дракона над головой. 736. Сколько находился в биополе синий дракон? 4 года. Ты пришел вместе с ящером, ты вместе с ящером работал? Нет, отдельно. Хорошо. Считай, пожалуйста, цифру ящера над головой. 326. 326-й ящер. Сколько ты находился в биополе, Павла? 2 года. Это твой шлем? Да. Для чего он был одет на человека? На Павла? Для моего удобства. Это не ответ. Первое предупреждение. Всего 3 ответа у тебя для есть. Для моего удобства смотреть на мир его глазами. Какую реакцию этот шлем вызывал на физическом плане у Павла? Как он себя чувствовал? Как твое удобство обходилось ему на физическом плане? Какими болями он платил за это удобство твое? Отупение, низкие вибрации, остановка развития. А почему это стало вообще возможным? Объясни мне, пожалуйста. С чем связана такая агрессивная... Это не агрессия. Нет? Это то, как я подсоединяюсь. Подсоединялся я непостоянно. Скажи, урывками
И моментами у него было отупение. Это работа шлема. Ты воровал вернее, у него? Вернее, защиты. Ты воровал биоматериал, частички души, ДНК? Нет, мне больше был интересен информационный поток. Информационный поток. Хорошо. Кто был из присутствующих ответственен за отсутствие отношений у Павла? С противоположным суккуб. А сколько ты находился в суккуб биополе? 4 года. 4 года. Вера, ну посмотри, там есть накидка суккуба? А если она есть, красным цветом становится? Она как не накидка, а как щит. Убирай этот щит, он уходит в клетку тюрьму, да, будет так, а так и есть. Отключается полностью. Спутана она с ним. Спутана. Хорошо. Это накидка, щит. Ничего страшного, она сейчас находится, она просто не отключена, она находится в этом, да, в клетке. Или она, но еще... она распутывается тонкими нитями по рукам, по ногам. Она... Хорошо, отлично. Все распутывается, все узлы распутываются. До конца отключается все и отправляется в клетку тюрьму. Это накидка. Щит. Сколько? 4 года. Понятно. На 4 года. Зачем ты это делал, суккуб? Как зачем? Что, ты не мог поделить человека с кем-то? Зачем мне делить? А, понятно. То есть ты хотела его иметь... Для себя только, да? Чтобы никто другие не видел. Объясни, как я это... Я имел. Хорошо. 4 года ты имел. Как этот щит воздействовал на противоположный пол? Допустим, подходит какая-то интересная женщина, с которой бы ему хотелось познакомиться. Что происходит? Женщины, с которыми он хотел познакомиться, посылали его. Поэтому он начал искать. Менее тех, с которыми он хочет познакомиться, назовем это так. Если да. Знакомство происходило, оно было недолгим, и разрыв был быстрым и, соответственно, злым. Угу. И это было самое большее наслаждение. Для суккуба, я понимаю. Хорошо, а что испытывала эта женщина, когда она... чувствовала воздействие твоего шлема, твоего щита на подсознательном уровне. Холод. Холод шел от него, да? Понятно. Холод. Отлично. Полезная информация. И за нее благодарю. Арахноид, сколько ты находился в биополе? Подожди. Да. Суккуб говорит, что холод был между парой. Между парой должно быть тепло, чтобы они продолжали. Отношения. Угу. То есть ты в состоянии... Щит выставлял холод. Холод. Понятно. Арахноид, сколько ты находился в биополе, Павла? 11 лет. Вау. 11 лет. Какой ты долгожитель. И демон. Переходим к демону. С ботинками демон. Ты вошел сюда бесом 9-герцовым, вырос до 11 герц. Парадоксально. Сколько ты находился в этом биополе? 7. Лет. Ты за 7 лет вырос на 4 герца. По-моему, это очень даже неплохой скачок для демона и беса, вернее. Скажи, ты первородный или ты был человеком когда-то? Первородный. Понятно. Хорошо, 7 лет ты сидел. Объясни мне сейчас, как ты воздействовал на него. Во-первых, на что ты зашел? А потом объясни, как ты на него воздействовал. Вот эти два вопроса меня интересуют. На резкость характера. На реакции. Кстати, насчет на этих... эмоции. Да. На слова. На алкоголь. Это все твое родное, это все твои частоты. У меня по этому поводу вообще нет никаких вопросов. У меня единственный вопрос, это все же было до тебя? Как колокол его дергал за разные места. Проявления негатива. И везде он отвечал, и везде шел за мной, поэтому я так быстро развился. Понятно, он тебе помог даже в твоем развитии. Интересно. Павел, вы из беса сделали демоном своей энергии, представляете? Сколько предстоит еще работы для того, чтобы понять, что эмоциональный выброс негативных энергий всегда на 100% приводит к присутствию интерферентов.
Предупрежден, вооружен. Хорошо, начинаем тогда с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Павла спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкую вибрацию. Три, пошла энергия назад, чужеродная. Все возвращаем назад. На энергии идут, вот к этим ботинкам возвращается вот эта тяжесть, которую демон усиливал. Все его реакции. И демон показывает, он двумя руками, как колокол веревки держит, который колокол бьют, и дергает их со всех сторон. Там не одна, две, у него много веревок, за которые он дергает. Но колокол раскачивает его. Колокол, ты имеешь в виду этот шлем, да? Колокол — это Павел. А демон стоит с веревками и дергается вот этот. Вау. Как будто он за колокол дергает. То есть он дергает его эмоции, реакции. Ага. Скажи, демон, а без твоего воздействия, без твоего, без этих ботинков, без этих колоколов, он был бы спокойным человеком? Нет, это все было сначала. То есть это было бурное, до тебя? Бурное, я лишь усугубил. Хорошо, на сколько процентов ты усугубил от того, что было? Вот так, можно спросить? О, конечно, можно. Давай. Интересно узнать. На 200. 200%. То есть такие ситуации, там мелкий какой-нибудь скандал, который, в принципе, в быту возникает всегда, или какие-то непонимания, он мог бы спокойно тогда закончить, но 200% не дают ему шанса это закончить. Это все начинает раскачиваться, как колокол, я правильно понимаю? И вот этот колокол... Вспыхивает, как спичка. Вспыхивает, как спичка. Интересная специализация у тебя. Хорошо, демон, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Павла? Есть. Ты хочешь их получить? Хочу. Хорошо, я тебе отдам в конце чистки, когда придет твоя очередь, вытащишь все, и я дам дополнительно тебе команду. Ты даешь мне важную информацию, она важна и для Павла, для того, чтобы он мог изменить себя. И он должен понимать причины. Поэтому я решил тебе отдать эти лярвы. Могу тебе еще эмоциональный фантом отдать со всеми чувствами эмоциональными. Эмоциональный заберу. Понятно, что сладость. Ты берешь. Сладость. Сладости я люблю. Отлично. Ждем тогда окончания реверса. Закончился. Хорошо. А что пошло из шлема и ботинок? Возвращалось что-то, Вера? Мы только вернули. Мы только вернули. Отлично. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Павел забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Было похищено. Один, два, три. Пошли мощные потоки. Все свое назад по праву. От шлема идет белая такая энергия осознанности, как молоко. Чуть прозрачней. Энергия осознанности белого цвета. Интересно. Все назад возвращаем. Сознание. И генетическая память, скорее всего, еще. Нет, генетическую память нельзя забрать. А, то есть шанс остается. Хорошо. Память просто, да, но не генетическую. Понятно. Ящера, какая была цель твоего пребывания? Ты что-то изучал или ты... Я наблюдатель. Ты наблюдатель. А что именно тебя интересовало? Какие реакции? Больше реакции извне, чем в нем. Он был просто... Биоробот, который я использовал. Значит, у тебя были какие-то свои интересы, которые не касались Павла. Тебя интересовал социум, то есть общество. Это совершенно верно. А какие тебя интересуют в этом социуме именно вопросы? Какие реакции? На какие раздражения? На какие факторы? Что именно? Наблюдал ты за любовью? Все, кроме полового признака. Все, кроме полового признака, понятно. А для зачем тебе эти знания? Можно уточнить? Для своего собственного развития. Вот как. Интересно. Ждем окончания реверса. А ты, синий дракон, какая цель твоих плат была, установки, что ты изучал конгресс ученых? Еще при Греев не хватает, тебе точно рассказали нам историю. Итак, синий дракон, твои платы. В целях установления, что ты наблюдал, что ты делал? Банально воровал, жрал энергию? Сердечная чакра. Ну да, да. С энергией. Энергии было много всплесками. Угу. Хорошо. Это давало мне определенную зарядку.
Плюс информация шла со стороны ящера. На этом этапе моей жизни меня это устраивало. То есть все эти информации, которые ящер получал, ты мог ими пользоваться, да? Часть. Частью, понятно, хорошо. Как слаженно. Закончил. Как они все слаженно между собой работают. Хорошо. Начнем тогда с ящера. Ящер, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Поэтому я рекомендую всем вытаскивать. Ничего не забывать. Иначе они просто могут банально сгореть в клетке. Я это никому не желаю. У него как коричневая такая масса. Да, в нем находится. Павли. На уровне глаз и ниже горла до плечей. Это его энергия ящера? Или это жидкость? Это какая-то плотная масса, где он находился. То есть, понятно, хорошо. Похоже на опилки или какие-то шарики, где он присутствовал. Его место. В гостинице, да. На втором этаже. Он говорит, что арахноид выше. Тоже верно. Готово. Хорошо. Так. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Приступай. Готово. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все свои иголки, жидкость не забывай. Возвращайся в клетку-тюрьму. Приступай. Значит, арахноида, лоб, затылок и ниже плечи. Там он сидел, понятно. Паутина. Я хочу обратиться ко всем присутствующим. Кто был ответственным за его зависимость играть? Демон. Демон, это твоя специализация, серьезно? Расскажешь мне об этом сегодня? Я же говорю, все веревочки в руках. Какую хочешь, такую и дергаешь. Да. Рахнуть снялся. Хорошо, суккуб, выходи. Снимай все, что в биополе оставил. Ошейники, ленточки, полоски, наручники. Все, что у тебя там есть, давай вытаскивай. Возвращайся в клетку-тюрьму. Все сняла. Хорошо. Демон, твоя очередь, выходи, отключайся, вытаскивай все, что ты оставил. В клетку не возвращайся сразу. Доложи мне то, что ты все убрал. Приступай. И можешь... Подожди, суккуб ему еще говорит, мой мальчик, как мы с тобой хорошо играли. Позовешь еще, я приду. Хорошо, Павел, обратите внимание на эти слова. Суккуб действительно придет, если вы его позовете. Есть какой-то момент, на котором вы его вызываете. Это наши фантазии. Подумайте, о какой фантазии идет речь, и попытайтесь себя все-таки держать как-то в руках или более-менее нормально функционировать, потому что это чистота суккубов. Никто не может ему запретить входить на свою чистоту, точно так, как и демону, и всем, и демону на его чистоту. Хорошо. Он все забрал, суккуб? Да. Хорошо, демон, давай, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся и можешь похвастаться, как оно все действовало. Если что-то осталось, ботинки мы уже сняли. Ну, вот эти веревки он отключает. Веревки, да. А где они были подключены, эти веревки? Везде. Голова, сердце, руки. То есть, когда он там устраивал колокольный звон, там у человека крышу сносило, наверное, да? Можно так себе представить. Если он за все... Ну, я редко такие вещи делал. Зачем? Не, ну тоже верно. Но все-таки такая вероятность существует, да? При алкогольном опьянении можно все. Все понятно, согласен. Особенно в глубоком алкогольном опьянении. Но это открытые двери. Расскажи мне за эту зависимость играть. Очень интересно. Это порог. Каждый человек хочет богатым. На халяву, конечно же. Но не понимает. Не понимает, что отдает больше, чем получает. У вас очень легкая игра в нашем мире, демон. Я только могу подтвердить. С нашими пороками это даже детским садом назвать нельзя, когда понимаешь всю эту ситуацию чуть более детально. И понимаешь, как человек мог себя изменить.
Ну, понимаешь, Дима, они же не видят, люди вас не видят. Соответственно, вам очень легко в этом мире достигать своих целей. Ваша жизнь настроена так, что вы заняты. Вам некогда воспитывать детей. Все вертится вокруг системы. Вам некогда жить, созидать, рассуждать, направлять свои энергии в правильном русле. Поэтому появляемся мы и собираем эти эмоции и невоспитанные энергии. Если человеку подключаемся к вам. Если они человеку не нужны, соответственно, приходят те, кому они нужны. Такие есть законы. Хорошо, Демон, ты все снял? Я все снял, но говорил я про маленький возраст, когда человек еще не понимает, как, какое русло нужно пустить эти эмоции и энергии. Родителям некогда заниматься детьми. Им нужно зарабатывать. Абсолютно верно. И жить в системе. И вот это все потом возвращается назад в виде детей, которые материально зависимы от всего. Никакого духовного развития, никакого интереса и, соответственно, ваши клиенты. Хорошо, Демон, разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в этом биополе. Приступай и ничего не забывай. А самое лучшее – это ваши школы. Ни слова о душе. Вообще никакого. Вообще никакого. Ты знаешь, у нас в школе не учат, в принципе, одному очень важному такому уроку, который называется «Как быть хорошим человеком или хорошей душой». Нас воспитывают в детях рациональность, тем самым принуждая или помогая им. Это не воспитание. Это не воспитание. Но мы не являемся специалистами в этой теме, поэтому я просто понимаю, что у вас очень легкая игра в этом мире, который помогает даже своими законами вам поставлять пищу. Лярва, что надо было. Поехали дальше. Итак, все у нас все убрали. А мы, кстати, очень редко встречали 11-герцового демона. Больше 12-герцовых. Это, видать, у вас какая-то переходная фаза, да? Сколько тебе еще до 12 герц нужно? Есть такое. Это как... Не буду говорить. Хорошо. Ну ладно, как будто демонические крылья вырастают с 12. Опыт уже есть, знания. Да. Это тут... я образно сказал, глядя на тебя. А что ты видишь во мне? Тебя смущает что-то или что? Нет. Хорошо. Я про крылья. А, про крылья, понятно. Закончилась синхронизация. Хорошо, отлично. Так, я включаю Паулу внутренний белый свет 1, 2, 3. На счет 3, Павел, выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся на частотах интерферентов. И их подключик 1, 2, 3. Свет пошел, выдавливается это все и формируется шар. Большой черный шар, разноцветный шар с этими энергиями. Все туда летит. Все остатки жидкости от интерферентов, малейшие частицы, микроны, все туда возвращается в этот шар. Готово. Большой? Шар небольшой, и в нем я вижу вот эти энергии. Бочинок металлический, какая-то такая энергия. Понятно, хорошо. Ну, все-таки 7 лет сидел. Открывается под шаром портал галактической ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем, подхожу к Павлу. Помогаем энергии ему на счет 3 сделать импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам. 1, 2, 3, удар. Отлетает все каналы к интерферентам, открывается портал галактической ядро, канал уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Все прошли проверку. Буду отпускать. Кроме демона, потому что демону я еще должен что-то отдать. И синий дракон, ты больше не придешь в это биополе. Я хочу получить у тебя слово синего дракона. Даю. Слово синего дракона. Хорошо. Готов уходить? Открывается наверху портал. На частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Арахноид, готов уходить? Да.
открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Суккуб готов уходить? Готов. Как правильно, готов или готова? Готов. Готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Подожди секунду. Вот суккуб. Да. Она сказала, что мы все энергии подстраиваемся под вас. То есть суккуб и инкуб — это энергия, которая может быть как мужской, так и тем женской. И тем, да, подстраиваясь под пол человека. Ага, хорошо, все понятно. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Да, слушаю. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, чисто проверка, ящер 326, вроде ничего не отсасывал, но шлем у нас здесь находится. Отупление, торможение развития. 2 года сидел. Отпускай. Благодарю тебя. Хорошо, ящер, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте ящера. 1, 2, 3. И ящер уходит на свою частоту. Шлем остается здесь. Закрывай, опечатывай, растворяй. Под шлемом открывается портал в галактическое ядро. Шлем уходит на переработку в чистую первичную энергию. Дальше у нас демон стоит. Выходит эмоциональный фантом Павла и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Эта низковибрационная, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Но от него отделился фантом такой с этой грязи. Понятно. Демон, забираешь? Да. Формируя шар из этих энергий, отправляя демону в клетку. Демон, расскажи мне теперь за эту зависимость игровую. Как это работает? И как ты воздействовал, что он играл и проиграл? Да, конечно. Подожди, дай насладиться. Да, пожалуйста. Хорошая грязь. Вкусная. Я же уже отвечал на этот вопрос. Дергаю определенную ниточку. А как оно срабатывает у нее в голове? Надо срочно идти играть или как? Какая установка идет? Конечно, сейчас повезет. Сейчас повезет. Хорошо. Вот это я чисто спросил для Павла, для того, чтобы он знал, когда он слышит эти слова у себя в голове, откуда может быть идти реакция. Хорошо, демон, я готов тебя... заключил бы со мной контракт. Может, и повезло бы. Понятно. А ты предлагал уже, делал подходы на контракт? Нет, пока веревки только дергал, затягивал глубже. Понятно. Все, мы закончили. Ты готов уходить на свою частоту? Ты все получил. Я получил информацию. Вроде все довольны. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Став огненной пентаграммы. Готово. Ботинки стоят еще? Да. Под ними открывается портал в галактическое ядро, и ботинки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Клетка должна быть у нас пустая сейчас. Арахноида из клетки что-то. И то, что осталось в клетке арахноида, открывается портал в галактическое ядро, и все это уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Сила моего намерения. Да, будет так. А так и есть. Прочитал он? Да. Как прочитал? Есть намерение? Намерение у него есть, но пока он с интересом только прочитал, и у него много работы, согласно его куратору, который у нас в комнате. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Представьтесь, пожалуйста, с кем мы имеем честь. Я бы не хотела вам мешать до конца сеанса. Мое имя Тобиус. Тобиус, присаживайтесь, пожалуйста. Кресло стоит. И на счет 3 появляется любимое угощение для Тобиса. На его вкус. 1, 2, 3. На столе. Стакан воды. Стакан воды появился.
Всего. Отлично. Хорошо. Присаживайтесь, побудьте, пожалуйста, при чистке. Мы скоро закончим. Хорошо. Мы сейчас переходим к... Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И на счет 3 запускаем процесс активации. 2, 3. Пошел процесс. Плеяды. Плеядианец. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Павел, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Столько энергии во мне бурлит. Я вижу она разными цветами. Очень интересное чувство. Радости, спокойствия, уверенности. Хотелось бы сохранить эту гармонию. Уважаемый Тобис, куратор Тобис, я передаю вам слово. В первую очередь я хотел поблагодарить вас за эту чистку. Во благо. Я долго толкал Павла и посылал ему знаки. Знаки он услышал. Хочу объяснить немного об этой душе. Это как черта, по которой он идет. Некоторые души сразу рождаются светлыми, некоторые уходят в негатив. А есть те, которые идут по этой черте, то туда, то сюда, переваливаясь как бычок. Понимаю, о чем вы. Вот. У Павла именно такой случай с доброй душой его заносит в разные эмоции, что, конечно же, для плеядианца нормально. Но, живя на Земле, задача души контролировать это. Это и есть опыт. Я бы хотел активизировать стержень плеяд в Павле. Это принесет ему баланс. Он всегда будет вспоминать об этом и балансировать свои энергии, прежде чем какая-то негативная реакция или всплеск энергии произойдет. Пожалуйста, прошу вас. Мне нужны твое внимание. И чтобы наглядно представить, мы можем сделать поток энергии из наших рук. Мне нужны твои ладони, чтобы ты понимал, как энергии плеяд проходят через меня к тебе, к плеядам. Возвращаясь ко мне, мы делаем такой своеобразный круг. Твоя душа активирована. И стержень плеяд, как длинная колба, находится в тебе, переливаясь всеми энергиями твоих чакр. Ты должен помнить, что эти энергии тяжелые и густые, поэтому твои всплески делают плохо самому тебе. И, соответственно, окружающим. Держи свой стержень в балансе. И помни, что твои энергии густые. И всплеск их может негативно влиять на окружающих тебя людей. Научись контролировать. Тебе еще много чего нужно сделать в этом мире. Но твоя сегодняшняя задача — научиться контролировать свои энергии, держать в балансе и эмоции. Пройдя это, тебе откроются новые задачи. Благодарю. Уважаемый Тобис, каждое слово, которое вы говорили, не только в нем отозвалось, но и во мне, как гибридной души наполовину плеядианца. Эти проблемы у нас действительно присутствуют. Я с ними до сих пор борюсь, но я также понимаю, что это единственный правильный путь – это держать свои эмоции в определенном спектре и не позволять себе расшатывать этот колокол, который, например, вот демон у него был, и он усилил ему все это в 200 раз. Я благодарю вас за эту информацию, которую вы дали, я благодарю вас за этот внезапный визит, мы все равно вам очень рады, и поскольку вы уже здесь,
У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Ее на плеядах знают. И, Верочка, в твоих руках появляется самая большая, большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами, которые есть на Земле. Я прошу уважаемого куратора Тобиса в знак благодарности за его помощь принять этот скромный подарок в знак сегодняшней встречи на добрые воспоминания. Живя на Земле, я воспитал свою душу. Вы давно жили на Земле? Я жил много раз. Последний раз был 1000 лет назад. Я воспитал в себе скромность, поэтому ваш подарок принят с благодарностью. От всей души дарим вам этот подарок. Передайте привет плеядам. Родным плеядам, мы всегда рады всем, кому, до кого достучится куратор. Это классический случай был, когда вы достучались на него, у него возникло слово в голове «регрессивный гипноз». Несколько раз возникало, он начал это слово, задал в интернете и случайно нашел нас. Таким образом, как я уже сказал, у него большие задачи впереди, но первое, что ему нужно, найти баланс внутри себя и перестать выплескивать свои энергии. Благодарю вас. На этом мы закончили нашу чистку. Посылаем вам нашу искреннюю энергию благодарности от Павла, от Веры и от меня. Я не говорю прощайте, уважаемый Тобис. До скорых встреч. Благодарю вас еще раз. Во благо. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Павел, как вам встреча с вашим куратором Тобисом? Незапланированная встреча. Я в шоке. Да, примите эту всю информацию очень серьезно. Кураторы очень редко приходят сами, а если приходят, то у них есть свои основания. Как он и сказал, у вас большие дела впереди лежат, поэтому домашние задания тоже нужно делать. Будем возвращать вас сейчас назад в ваш биоробот для усвоения энергии вибрации, чтобы все это перешло на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Павла в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он говорит, что он очень много информации получил сегодня и рад, что он откликнулся. Мы рады, что мы могли... своей душе. Что вы могли помочь ему на этом этапе. Он теперь по-другому будет относиться к знакам. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.